Мы впервые сделали пилотный проект, когда внедрили так называемый custody records, электронную базу всех задержанных, которые будут находиться в ИВСах. Это тоже очень важно. Важно что? Что в ИВСах не будет, или как бы в областных центрах, не будут больше журналы, которые можно переделывать, или как бы вырвать бумагу. Защита прав человека – это очень важный фактор.